Одинцовские активисты партии проверили качество выполненного ремонта в здании образовательного учреждения для ребят с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Инспекция прошла в рамках акции «Школы» и текущей работы по проекту «Новая школа». На территории Одинцовского городского округа в начале августа были сформированы и утверждены 5 межведомственных комиссий. Они оценивают школы и садики по следующим критериям: антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, готовность к отопительному сезону, работа автобусов и пищеблока.